Традиционно открытый конкурс ораторского мастерства «Мастер слова 2014» состоялся сегодня в Бресте. Уже более 10 лет в рамках форума студенты Брестского государственного университета имени Пушкина, а также гости из других учреждений образования выходят на одну сцену, чтобы поделиться со зрителями своими чувствами, эмоциями и переживаниями, рассказать о мечтах и волнениях, подискутировать с присутствующими на актуальные темы, спектр которых очень широк и охватывает как вопросы политики, так и мир киноиндустрии. Я выбрала тему про Одри Хепберн, потому что это моя любимая актриса, она очень великая, она завоевала очень много премий и Оскар, и Золотой глобус, и Эмми, и Грэмми, и она просто вот как идеал, вот мой идеал женщины. Всех присутствующих в зале и ораторов, и зрителей объединяет одна общая страсть – любовь к живому слову. Каждый из них напрямую участвует в реализации главной цели мероприятия – привлечение внимания общественности к проблеме овладения свободным подлинно культурным языком. Ребята на личном примере демонстрировали, как можно и нужно красиво, правильно и конструктивно отстаивать свою точку зрения, при этом используя только красоту и всю палитру родной речи. На самом деле это очень волнительно, выступать перед огромным количеством людей на конкурсной основе, ну, это тяжело. Я всю жизнь мечтала как-то донести людям свои представления о том, что происходит в нашем мире, почему все так, ну, почему «Куклус Клан» до сих пор существует? И я нет, не ради победы, я хочу именно поучаствовать. Прошедший конкурс – ступень к покорению республиканских вершин. Трое из более чем двух десятков ораторов, выступавших сегодня, в скором времени отправятся в Минск, чтобы уже на новом уровне и условиях еще более конкурентной и серьезной борьбы отстаивать честь родного вуза. И арсеналом в этой схватке будет только настоящее, живое и благородное слово, сила которого порой несравнима ни с одним оружием в мире.